Иди оттуда, Рома, не лезь. Ромка. Куча будет огромная. Сейчас он отъезжать будет, скорее всего, потому что иначе все, он уже... Уйди, Глашка! Глаша! У нас тут помощники, Глаша у нас воюет со всеми машинами, не знаком. Ну-ка на место, быстро! Никто не мешает! У собак дикий восторг. Жужа! Ой, господи, у нас там Тихон, кажется, с ума сошел от ужаса. Это рядом с ним происходит, потому что у нас, к сожалению, как мы не корячились, машина прям вот цепляет практически за столбы, он у нас во двор не прошел. В общем, как мы ни старались с водителем, тут он не мог сначала подъехать, потому что вот земля скользит, он на пригорочек небольшой не смог с таким весом забраться. Вот, потом старался попасть в ворота, он и так, и эдак, вон тут все раскурочил, но не проходит, прям вот он впритык, он боялся снести нам столбы. И поэтому пришлось вывалить вот эту огромную кучу гравия здесь. Вот, спасибо большое подписчице канала Таре, она оплатила доставку, покупку вот этого вот щебня для собак, и теперь... Будем засыпать им вольеры и надеюсь, что у наших хвостиков теперь будет гораздо чище. Ну, сказать, насколько вольеров хватит, не могу, потому что щебень мы никогда не сыпали еще. Вот, сейчас, когда по ходу будем раскладывать, будем это все показывать, ну и заодно будем знать, на какое количество площади хватает вот этого объема щебня. Надеюсь, хватит как можно на большее количество вольеров. Еще раз большое спасибо. Так, ну всем привет. Вот сегодня приехали в очередной раз к Балкану. Сейчас привезла ему другое одеялко с ним. Чистенькое постелим. Привезла ему еще консервы. Две баночки Валентина специально для него передала. Вот. Попробую еще вывести на улочку, как он будет себя вести. Надо постепенно приручать. Вот. Вот ставлю к его. Алкаш, сынок, привет. Давай одеялко тебе поменяем. Привет, привет, мой сладкий пес. Привет, мой хороший. Ну вот тут уже прям подсохло, уже не течет. Да. Ничего, сладкий. Пойдем погуляем. Полкан. Полкан. Ну вот, мы на ручках опять, я его вынесла. Полкаш. Полканчик. Сынок, Полкаша. Ой, ну прям вот гематома там вот меньше. Под мышкой все прям. Да, ты мой хороший. Ты мой хороший. Все, тебя никто не обидит. Никто не обидит, мой мальчик. Все за тебя переживают, ребят. Спасибо большое за помощь. Вы наша надежда и опора. Он всех благодарит. Да, вот он зевает в кадр, да? Залежался там. Сейчас, пока мы с тобой гуляем, тебе одеялко поменяют. Я тебе косточку мясную привезла. Да, погрызь привезла косточку. Давай глазик вытру. Вот эти глазки вы мои. Красивые мои глазки. Да, сынок. Сынок, воздухом хоть подыши. Снежок уже, да. Я забирала тебя, снежка не было. Сейчас, видишь, снежок выпал.
сынулечка. Дренажи у нас еще стоят, то есть уже состояние получше. Многие ранки затягиваются, но вот на голове, конечно, у нас еще стоят дренажи, проходят обработки, получают лечение, то есть укольчики. Вот. Аппетит у нас уже хороший. Там дорога, полкаш. Пойдем на травку. На травку пойдем. Ну вот, погуляли, да? Я скажу, пугаюсь, боюсь. Надо привыкать, сынок. Чего ты? Вот, чистая одеялка у тебя, да. Чистая одеялка. Смотри, что у меня есть. Полкан. Полкаша. Все скажу, женщина. Ты свое дело сделала. Ну, занимайся, занимайся. Не скучно будет. Ну вот, навестили полкана. Конечно, все у него вызывает жуткий страх, то есть он боится людей, боится прикосновений. Единственное, что вот начинаю гладить по носику, он, то есть, облизывается, ему приятно. Но как бы реабилитация его будет продолжаться долго, потому что у него еще и раны вот эти вот стоят, дренажи по-прежнему. Как бы уже все гораздо лучше, все корочками затягивается. Там вот в одном месте есть прям, ну, такая еще сочащаяся рана. Но все остальное, слава богу, хорошо. Единственное, что у него очень сильная психологическая травма. Даже врачи говорят, он очень сильно боится людей. Когда проводят, заходят к нему, он сразу прячет голову. Пытаюсь все-таки, чтобы он со мной общался, чтобы он привыкал к моим прикосновениям. Также пытаемся привыкнуть к улице. Но я думаю, что работа с ним даст какой-то результат, но это будет продолжаться долгое время, то есть перебарывать его страх нам придется долго. Спасибо всем огромное, ребят, за помощь, за поддержку. Это очень приятно, что у нас столько добрых, отзывчивых людей, что вы нас не бросаете в беде хвостиков, попавших в беду. Вы наша надежда и опора. Огромное-огромное вам всем спасибо. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, время и любовь, как бы она творит чудеса. Пока у нас по-прежнему продолжает сидеть в стационаре до заживления ран. А мы будем ездить и общаться, чтобы он вновь поверил людям. Поверил в добро. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда рады обратной связи. Всем добра. Так, ну вот у кошек еще закончился наполнитель. Сейчас приехала, нужно будет закупиться наполнителем для кошек. Ну вот, ребят, наполнитель. Я сбилась еще, до сколько там штук. В общем, полный багажник. Надеюсь, этого теперь нам хватит надолго. Сумма покупки составила почти 6000 без 5 рублей. 5995. Ну просто мы не всегда сможем кто-то из нас приехать и забрать это. Пока и средства позволяют, и время, решила взять сразу побольше. Огромное всем спасибо за поддержку. Спасибо, что с нами.